Добрый день, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет расклад на тему, что будет дальше между нами. Загадайте своего мужчину, подумайте о нем, представьте его, скажите его имя, произнесите, посмотрите на фотографию, если есть. Также у меня большая просьба к вам, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Таро Студия на Яндекс.Дзен. Для меня это очень важно. Заранее благодарю вас, кто это все сделает. Итак, давайте смотреть, мужчина, в каких он энергиях, женщина, вы в каких энергиях, какие отношения между вами. Мужчина, вы какие отношения между вами? Так, мужчина. Ну, мужчина считает себя господином. У него сейчас происходят какие-то судьбоносные моменты, возможно, даже не очень приятные для него. Но он в чем-то сейчас побеждает и либо в чем-то разбирается и ставит конкретную точку. Также у него сейчас, возможно, есть какие-то новые планы, новые замыслы, которые, возможно, не осуществятся. Ну, конечно, если приложить достаточно усилий, то они вполне исполнятся. Также, если его в ближайшее время его кто-то обманывал, либо даже он это делал, то сейчас вот это вот все неприятности, связанные с этим, они уходят. Ну, в принципе, что еще? Также предупреждают его, чтобы он не делал необдуманных поступков. Также с этим можно. Но, в принципе, у него сейчас как происходит какой-то судьбоносный момент. Что еще? Какой мужчина? В его окружении есть женщина. Он с ней связан по семье. Ну и какие-то дела с ней очень приятные, какие-то творческие. Возможно, это мама, возможно, сестра, ну, в общем, родственники кто-то. Не исключено, что вы смотрите, что это как бы его, это вы. То есть вы замужем, вы смотрите на своего мужа, и у вас в семье какие-то творческие идут процессы, вы что-то создаете. Я не знаю, может быть, он у вас художник, он рисует, пишет вас, либо скульптуры делает. В общем, какой-то творческий процесс над каким-то делом идет в семье. Вы какая? Ну, вами руководят. Скорее всего, господин вами руководит. Также вышел король кубков. Эмоциональный, тоже в эмоции. У вас, вам что-то тяжело из-за того, что, скорее всего, что вами руководят. Мужчина, возможно, выпивает, но не у всех. Возможно, просто сейчас пьет какой-то напиток. Еще какая вы? Ну, вы любите делать все правильно, по справедливости. Ну, в вашем окружении, как я говорила, уже мужчина. У вас взаимные чувства, вы поглощены этими чувствами, вы любите друг друга. Но что-то ваше сердце беспокоит, и вам тяжело. Какой-то груз на сердце у вас есть. Ладно, какие между вами отношения? Вы в сети, скорее всего, вы в сети. А носить это, кстати, вам нравится.
Сейчас у вас идет переход с одной ступени на другую ступень ваших отношений. И вы как раз что-то планируете, творите, что-то создаете планы, перспективы на будущее. Что еще между вами? У вас в ближайшем, вот в прошлом, вот была какая-то остановка отношений, но вы уже ушли от нее, и у вас пошли движения вперед. Да, мужчина руководит всем процессом. У вас идут движения вперед. Ваши отношения переходят на новый уровень. Несмотря на то, что вы находитесь в сетях вашего мужчины, он вами руководит, как куклой, да, вам это нравится. Ну, то есть можно руководить, умело руководить и даже этого не чувствовать. И вы вообще вы испытываете удовольствие от того, что находитесь рядом с таким человеком. Так, что будет дальше между вами? Основной вопрос. Три карты оракула. И потом будем смотреть дополнение. Ну, конечно, вы будете фантазировать, но будете находиться в неких иллюзиях. Также у вас будет страсть между вами. Вот иллюзия, страсть будет между вами. И огонь, вот такие яркие отношения. Возможно, он даже от кого-то чего-то захочет вас украсть, увести. Ну, это как бы в переносном смысле. Ну, то есть, допустим, если на работе прийти, вас пораньше забрать. Если вы еще не замужем, то есть просто встречаетесь, то он хочет вас забрать и, допустим, куда-то свозить, поехать. То есть, ну, вот такие очень страстные отношения в целом будут у вас в ближайшее вот время дальше будет. Страсть однозначно будет между вами присутствовать. Что еще будет между вами? Будете хорошо проводить весело время, вам будет хорошо друг с другом, будете получать удовольствие, возможно, будете выпивать, может, в какой-то компании, куда-то пойдете, на дискотеку, в кафе, в ресторан, за город поедете. Будет между вами все легко. Эмоции будут через край лица. Он считает, между прочим, вас очень ресурсной женщиной. То есть у вас есть все, начиная от красоты, заканчивая финансово. И вот он, кстати, боится этого лишиться всего, боится вас потерять. Ну, как я сказала, страсть желает вас. Интимная близость тоже будет. Будет у него какие-то строить планы, также будет получать информацию. Либо добавить кому-то информацию. Получать, скорее всего, информацию о вас. Но информация эта будет не так быстро к нему идти. Скорее всего, есть тема, некоторые моменты, о которых он еще не знает о вас. Ему хотелось бы очень узнать. По этому поводу он будет испытывать эмоции. Эмоции разные. Можно испытывать от радости, да, негодования, ревности.
То есть очень разное, но в то же время, кстати, он еще хочет вам что-то подарить, какой-то подарок. Опять потеря, боится вас потерять. Посмотрите ваше окружение, может, между вашим окружением есть какая-то подруга, ну, либо женщина какая-то, которая может говорить что-то не очень приятное. То есть присмотритесь хорошо. Но опять показывают, что между вами будет страсть, близость. Ну, да, все-таки показывают, что если вы пара семейная, то, скорее всего, в ваши отношения кто-то вмешивается, и вы на время отстранитесь друг от друга. То есть это не значит, что вы как бы уйдете. Нет, вы можете находиться в одном, как говорится, помещении, но немножко будет вам... Не можете найти общий язык. Если же вы еще не пара, то у вас будут качелеобразные отношения. Пришел, ушел. Туда-сюда, непонятное что-то. Потому что вмешиваются. Еще дальше что? Он хочет победить вот это вот подвешенное состояние непонятное. Ему не хватает информации. Что-то хочет узнать. После того, как он узнает, он начнет к вам двигаться. Ну, так показывает, что фантазирует о вас, жадничает вас. Представляет, но у него завязаны руки и глаза. Он хочет быть с вами. Он хочет быть с вами, но понимает, что за это нужно бороться, и пока ему, как говорится, вставляют палки в колеса. Пока он ничего не может сделать, не может двинуться вперед. Несмотря на его такую вот яркость, этот, он почему-то подвержен влиянию других людей. Он слушает окружение, вот информацию, которую дают, он слушает, а не может разделить, где правда, а где ложь. Пока он вот этого не поймет, то есть дальше отношения не двинутся. То есть он должен это понять. Если он это не поймет, то, возможно, даже до разрушения. Ну, то есть, кроме того, что у вас будет интимная близость, да, страсть, огонь тут выпало, какое-то легкое времяпрепровождение, дальше, чем дальше мы идем, показываем, тем дальше он начинает запутываться, начинаются какие-то сложности. Никакой конкретики не выдает. Говорит, что показывает какую-то информацию, кто-то что-то сказал, он в это поверил, он начинает разбираться, начинаются у него двойственные отношения, потом он все разобрался, понял, вышел победителем, потом тут же опять показывает, опять выходит в иллюзии, и опять у него в каком-то непонятном состоянии. Дьявол. Ну, тянет его к вам очень сильно, и в то же время вот слушает тех, кого не нужно. Ему нужно включить свою интуицию, чтобы разобраться. А вы, в свою очередь, не должны ничего доказывать, что это, допустим, кто-то там сказал мне правду. Вы ничего не должны доказывать. Вы сами знаете, кто вы такая и что вы. И поэтому указывать вам, как поступать, никто не может.
вы должны как бы свое окружение, ну не в жесткой форме, а как бы дать им понять, что вы сами разберетесь между собой. И то есть это ваши личные отношения, и никто в них вмешиваться не должен. То есть вы как бы должны донести это до людей, до своего окружения. Ну, вот такой получился расклад. Спасибо за просмотр. Всего доброго.